Полсотни жителей Искитимского района стали участниками проекта «Я люблю политику». Это своего рода школа для молодых людей, которые решили заняться общественной работой или публичной карьерой. Организаторы отмечают, что в этом году участников в проекте гораздо больше. Изменился и подход к проведению тренингов. Сейчас они за одним столом, а через несколько лет могут стать оппонентами. Но пока все участники проекта «Я люблю политику» находятся на старте карьеры. Станет она политической или общественной, выбор за молодежью. Сейчас я учусь, я студент. Я, честно сказать, сам решил. Я давно хотел, мне это нравится. Мне также еще интересно участвовать в политических различных мероприятиях. Проект организован местным отделением партии «Единая Россия» и отделом молодежной политики районной администрации. Если в первый год участников набралось немного, то на этот раз заявки подали полсотни жителей. В этот раз мы сделали более системный подход, то есть каждые 2 недели у них образовательные лекции на проработку различных своих компетенций для того, чтобы в дальнейшем можно было не только, например, баллотироваться в депутаты, то, на что направлен этот проект, но и в первую очередь стать более политически грамотным и политически активным. Успех – это? Желание совпадает с возможностями. Вот, это тоже замечательно, когда желание совпадает с возможностями. В ближайшие пару часов молодые люди будут учиться строить свои цели, определять круг задач, изучать конфликтологию и работать над имиджем. В предвыборной гонке будущего года многие из участников смогут составить конкуренцию действующим депутатам. Столкнулся с некими проблемами, проживая в поселке, и поэтому пока ножками не потопаешь, ничего не изменится. Вот, решил как бы уже взять в свои руки это все дело, ну хотя попытаться, по крайней мере. Желающих в интернете покомментировать лежа на диване очень много, но желающих что-то делать на самом деле не так много. Советы давать мы все готовы, а взять проблему и, как у нас говорится, приделать к ней ноги, это надо уметь. Как сделать так, чтобы жертва, которую мы иногда приносим на пути к определенной цели, стала для нас удовольствием? Чтобы, шагая от старта до цели, каждый наш шаг стал для нас удовольствием. В течение года молодые люди будут встречаться с наставниками, чтобы выработать в себе уверенность, повысить политическую грамотность. Мастер-классы будут проводиться по выходным, поскольку большинство участников проекта – работающая молодежь.